Всем привет, вы на канале Genes Info, и сегодня хочу показать вам небольшой обзор фотографий из моих поездок в старинный русский город Суздаль. Дело в том, что Суздаль – это один из таких городов, возможно, даже единственный, который был очень долгое время неоднозначным для меня, и вот в каком смысле. Бывает, что приезжаешь в город, и у тебя сразу же о нем складывается какое-то впечатление, положительное или отрицательное. А вот с Суздалем у меня так сложилось, что я побывал в нем несколько раз и все никак не мог понять, нравится он мне или нет. Но в общей сложности я был там, наверное, раз 5, практически в любое время года, кроме зимы. И сейчас могу с уверенностью сказать, что это отличный город для путешествия, знакомства с нашей историей и просто приятного времяпрепровождения. Если у вас такая возможность будет, обязательно этот город посетите. Как говорится в одном стихе или же песне, кажется, не повидаешь Суздаль и русской сути не поймешь. Подписывайтесь на канал, желаю приятного просмотра. Thank you.